государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева! Накра! У! Красную площадь выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В знаменной группе военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командует полком подполковник Олег Горшенин. Почетное наименование Преображенский полку присвоено указом президента Российской Федерации 5 апреля 2013 года. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. Государственный флаг Российской Федерации несет младший сержант Артем Соловьев, ассистенты рядовые Василий Голобородько и Алексей Терехов, командир знаменной группы государственного флага старший лейтенант Дмитрий Бобров, командир взвода роты почетного караула. Знамя Победы в руках младшего сержанта Антона Михайлова, заместителя командира взвода роты почетного караула. Это право Антон заслужил добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Ассистенты у Знамени Победы младший сержант Евгений Трофимов и младший сержант Вячеслав Крутов. Командир знаменной группы – старший лейтенант Константин Рыбаков. За всю историю почетного караула его личный состав выполнил более 40 тысяч специальных мероприятий по встрече глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций, возложению венков к могиле неизвестного солдата. Более 55 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Шестьдесят восемь лет назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й Идрицкой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя победы. Больно!